Ни один праздник в Туркмении не обходится без традиционного плова. Новый год для туркмен не исключение. Они считают это блюдо главным украшением стола и даже готовят его в национальных костюмах. Ингредиенты плова самые обычные – рис, мясо, морковь, лук, чеснок по вкусу. Впрочем, истинные ценители этого блюда говорят, главное, как его приготовить. Сначала масло налим, греется. После этого мясо добавим, жарим. Такое красное будет мясо. После этого лук жарим с мясом, потом морковь и по вкусу соль. Я с любовью готовлю. Ничего, это, такого секрета нету. Праздничная трапеза – тоже своеобразный ритуал. Есть плов разрешается только руками. Это старинный обычай. Самый младший в семье очищает мясо курицы от костей, а старший начинает трапезу с обращения к Всевышнему. Сидят туркмены за праздничным столом только на полу. Туркменские студенты приехали к нам во Владимир за образованием. Учатся на экономистов, юристов и педагогов. Шекер получает филологическое образование. Хочет на родине преподавать туркменским детям русский язык. К новогоднему столу девушка приготовила еще одно традиционное блюдо – багурсак. Это изготовлено из муки и из молока. Немножко сахара, там соли. Все перемешаем, там немножко поставим, чтобы она пышно стала, а потом готовим. За праздничным столом у туркменов принято петь народные песни, разумеется, на родном туркменском. Но в репертуаре совсем не новогодние песни про елочку, а серьезные, о малой родине, Туркмении, даже о президенте страны и, конечно же, о любви. Эта песня известна туркменам, который к девушке красивой проявляет свою любовь к девушке. Мы любим эту песню всем. Каждым праздником мы эту песню поем. Танцуют туркмены тоже охотно. Без главного их национального танца «Куш-Депти» не обходится ни один праздник, рассказывают студенты. Это самый настоящий танец молодежи. Он символизирует юношескую энергию и силу, поэтому в танце очень много быстрых и резких движений. А вот празднуют Новый год в Туркмении, как в России, несколько дней. Сперва в узком семейном кругу, а затем ходят в гости к друзьям и родственникам. Что касается туркменских студентов, их праздник будет недолгим. Впереди экзамены, и надо готовиться. Вернуться на родину они смогут уже только после сессии. Никита Королёв, Артём Горчаков, 6 канал.